Здравствуйте, Фреймистер и игра Харбингер. Мы закончили с вами на видео примерно, насколько я знаю, вернее, совершенно точно втором. А во втором видео я был такой уставший, такой замотанный, что просто комментарий был странный. Впрочем, с другой стороны, вполне возможно, он такой же странный будет и теперь. Тут этого уже не предугадаешь, не поймешь, не потеряешь. Ну, вернее, не знаю, возможно, что-нибудь ты потеряешь. О, дорогой человек, смотрящий это видео. Но приобретешь столько всего интересного. И вот, например, уже мой голос... Да, точно, точно, нет. Каждому просмотревшему видео голос Фрея в подарок. Было бы забавно. Боже мой, я умираю. А, черт, я умер. Ой, проклятие. Ладно, я, честно говоря, не хочу пока что проверять совет от бородатого геймера по поводу того, что сохранись после смерти и возродишься с меньшим количеством... Ну, правда, я не понял, правда. С меньшим количеством ХП и с меньшим количеством опыта. Возможно, имелось в виду не ХП, а XP? Было написано по-русски, а и ХП по-русски это XP по-английски. Я не знаю, что имелось в виду. Я на самом деле сейчас побоялся это делать, потому что решил, что, возможно, это не жизни, а именно что опыт. Не хотелось бы мне терять опыт, потому что опыт это наше все. Ага. Не. В любом случае, я, пожалуй, о, господи, хотел сказать еще раз сохранюсь. А действительно, пожалуй, сохранюсь и. Так, ребят, а я могу загрузиться? Ну-ка, рискнем. Ага, ага. Я не знаю, что происходит, но я умираю. Можно зато полечиться. И, кстати говоря, почему бы не использовать усилитель? Кстати говоря, эти усилители, вот что я не понимаю. Вот я их использую. Ну-ка, кнопка усилителя, ну это понятно. Я не понимаю, они, вот то, что написано, они дают, если они вообще хоть что-то дают. Насчет защиты там, урона, плазма 3, плазма плюс 1, нет, плюс... Я не понимаю, честно. В любом случае, я вижу, что они бьют моих врагов. Это я вижу, и у Синтилла тоже есть такие шарики. Это я знаю, а вот больше я ни хрена не знаю. Да, кстати, хочу взять свои слова назад насчет людей, которые... Других людей, которые записывали эту игру, насчет за гладиаторов. Честно говоря, когда я смотрел их видео, мне почему-то вчера видео мне было так плохо, мне поглючилось, что у них у всех действительно микрофон совершенно чудовищный, и картинка какая-то невероятно ужасная. Но потом я кликнул на видео этого бородатого геймера, и да, нормально все. Микрофон, конечно, тихий, ну, на фоне игры получается. Так нормально все. Ой, вы имеете в виду босса, да? Ну, вообще-то ничего страшного, я знаю эту тварь. Это все ерунда. Они, конечно, неприятные. Я, конечно же, сохранюсь. Но я знаю, что... О, боже мой. Я знаю, что он более-менее норм, на самом деле. Я неплохо, кстати, умел от него уклоняться. О, черт. Ну вот видите, видите, все не так плохо, как могло было бы быть. Кстати говоря, я, похоже, закончил предыдущее видео прямо в конце этого уровня, ё-моё. О, пушечка. Опять же, если я не ошибаюсь, эту пушечку, по-моему, может... Да, ее может действительно надеть гладиатор. По-моему, я за гладиатора ее надевал, и она не была ничем особенным вообще. Вы, кстати, также можете удивиться, какого черта у меня в инвентаре ничего нет, хотя в прошлом видео было что-то. Ну так дело в том, что специально ради нормальности видео я решил перед ним, перед его записью все нафиг, хотел сказать, продать, не-не, скинуть в тайник. Сбегать, скинуть все в тайник. Опа, я по тебе тоже могу стрелять, между прочим, ты же думаешь, ты один такой умный? Все, хана им, честно, хана. И даже их чемпион им не помог. Да. Защитник Винтерфелла. Хотя было бы забавно. К слову о Винтерфелле. Всячески продолжаю прослушивать песни огня и огня. Постоянно хочу говорить огня и пламени. Не оп, ёпарасоте, ребят, мы возвращаемся в узел Торвуса. Возвращаемся в него. Я все прошлое видео прогулял на этом грёбаном уровне. Ура, я дома.
Да, милая, я думаю, милая она. Он рад видеть, что ты цел и невредим. Он знал, что тебе удастся вернуться назад. И что более важно, он знал, что ты вернешься назад с товаром. Но я, в общем-то, почти ничего не нашел, она. Что ты имеешь в виду, почти ничего не нашел? Зачем ты пришел сюда с пустыми руками? Ты, должно быть, ненавидишь Ону. Ты, должно быть, хочешь разбить его шестикамерное сердце. Я должен... А, не-не, секунду. Просто мне не повезло. Только не начинай опять винить во всем удачу. Я не могу повлиять на мою удачу. Конечно же, ты можешь повлиять на свою удачу. Посмотри на Ону. Она когда-то был уборщиком. Теперь же. Что? Ну да, по всей видимости, имеется в виду, теперь же он самый успешный торговец на этом корабле. Он не позволял себе забивать голову чушью о какой-то удаче. Говоря о чуши, чуть не забыл. Вик заходил сюда недавно, и он искал тебя. Ну, я даже, пожалуй, скажу, давай сначала поторгуемся, потому что мне действительно есть что ему продать. У меня есть 3 лечилки. Что-то не густо. Она. Нет, я не буду покупать эти лечилки. Меня жаба душит тратить на это деньги. На лечилки тратить деньги. Прям кошмар какой-то. Увидимся с вами, когда я все ему продам. Хочу я с тобой поторговаться. Хочу, я сказал. А, что? Я только что отдал ему мухобойку. А, я пришел к нему с пустыми руками, потому что у меня все мухобойки были в тайнике, что ли? Лило. Ё-моё! Ну, ладно, тогда ладно. Честно говоря, я не знал, что все так запущено. Окей. Что ж, я все продал Оне. Смотрю я, собственно, на его товары и понимаю, что у него есть какая-то, ну, мега-перчатка просто. Он, конечно, просит за нее почти 10 тысяч, но фишка в том, что у меня есть эти деньги. Здесь есть один слот. Плазма по умолчанию 11, что, должен сказать, довольно круто. Правда, это не перчатка на область. Перчатка на область у него тоже есть, и она... В принципе, тоже очень даже хороша. И по умолчанию она бьет 6. Моя по умолчанию, кажется, бьет 5. Давайте посмотрим. Нет, бьет 7 по умолчанию. Ну, 7. Довольно неплохо, да, действительно. А он мне предлагает 6. Зато и MP 8. Нахрена мне 8 и MP? Я же не собираюсь идти убивать проклятых этих самых механических созданий налево и направо. Мне не надо, это мне тоже не очень надо. Дай мне лучше здоровье, вот примерно вот столько. На всякий случай, так сказать, на черный день. И нахрен она. Ты со своими грабительскими перчатками от меня ничего не дождешься. Или типа того. О, сюда сегодня заходил Вик. Он искал тебя. У меня создалось впечатление... Что это что-то очень важное, так как я даже не припомню, когда в последний раз этот малыш выползал из своей мусорной дыры. Да, это должно быть очень важно. Я пойду проведаю его. Да, по всей видимости, мне просто говорят, иди к Вику и все. Опа-на, вот это очень интересно. О-о-о-о, вот это я же говорю, что по ним надо почаще кликать, иначе они не будут рассказывать классные истории. Вот эту историю я помню замечательно. Ну что же, слушайте, вот приготовьтесь к сказочке и слушайте. Я помню однажды, владыка и я прикончили нашу последнюю бутылку водки с земли. Мы были в таком состоянии, если ты понимаешь, о чем я, и мы были в некотором расстройстве, что на борту больше не осталось этого пойла. Да, это действительно может расстроить.
Ну, к этому времени вантиры научились неплохо воспроизводить большинство человеческих достижений. И тогда мы решили, что нет причины, по которой вантиры не могут научиться самогона и пивоварению. Занятно. Вот мы так же подумали. Но оказалось, что вантиры были тут ни на что не годны. Какие бы точные инструкции мы им не давали, они не могли сделать даже приличного пива. Я думаю, тогда я впервые осознал великую иронию вантиров. Ну, здесь есть варианты, какую иронию, что это такое, но я думаю, что все знают, что такое ирония, но все-таки спрошу. В этом случае это означает несовместимость между тем, что можно было ожидать, и тем, что есть на самом деле. О, как! Ничего себе! Спасибо. Так вот, вантиры — это культура жестоких, организованных и точных существ. Они способны воспроизвести или улучшить множество технических достижений других рас, но очень редко рождают что-нибудь свое. Вантиры обладают возможностью стать самыми плодотворными создателями галактики, но у них нет ни грамма собственного творчества. Поэтому-то они и не могут сделать пиво. Пивоварение — это искусство, не связанное с правилами. Оно полностью субъективно и, следовательно, невозможно для их понимания. Так же, как и музыка, живопись, письменное творчество и кулинария. Ну и что? Поэтому они существа без собственного «я». Они ищут свою собственную культуру. Ты думаешь, они найдут ее? Может быть, когда-нибудь. Они найдут ее, когда вырастут как культура и посмотрят внутрь, вместо того, чтобы смотреть наружу, на других. Когда-нибудь будут вантиры-артисты, но я сомневаюсь, что ты увидишь их искусство у себя на стене. Правда, я, честно говоря, не понимаю, что он имеет в виду насчет на стене. Имеется в виду, что это будет не скоро, или имеется в виду, что в любом случае они будут ублюдками? Это вот непонятно. И на борту не осталось пива? Я не говорил этого. Просто я делаю свое собственное. Оно не очень хорошее. Я никого не могу заставить выпить его вместе со мной. Я пытался пить его как-то с Виком и Силусом. И Баластер пил его со мной иногда. Это, кстати, очень интересно, потому что по сюжету Баластер это... Вот вы вспомните этот бред, который он тут несет. Это очень забавная тема, потому что по сюжету Баластер, ну, это один из боссов, во-первых. И, во-вторых, это цикнувшийся Сентилла, и один из самых главных Сентилла, и ё-моё. В общем, да. А владыка, это вообще владыка, это главная тварь. Что-то вроде местного дьявола. И он такой, да, вот, мы с владыкой прикончили свою последнюю бутылку водки. Но черт побери, вот в этом смысле зато у игры есть свое очарование. Тут я уверен на все 200%. Так вот, Бластер пил его, собственно, со мной иногда. Похоже, что единственный, кто мог переносить его, был владыка. Когда мы еще были в лучших отношениях. Но это было так давно. Кто знает, может быть, на следующей планете, которую мы найдем, будут подходящие биологические культуры для него. Если удастся, я тогда сварю еще. Может быть, мы найдем планету с пышной растительностью и низкой гравитацией, и я сделаю... Легкое пиво. Может быть, я, пожалуй, скажу. Да, впечатляет. Меня действительно впечатляет это. Вот я хочу одну вещь вам проспойлерить. Не то, чтобы прям это был именно спойлер. Я, пожалуй, ее вам именно скажу, потому что если мне не говорить ее сейчас, то нужно говорить ее в самом конце игры. А до конца игры еще дожить надо. Я еще даже не знаю, доиграем ли мы туда. А сказать, в принципе-то, хочется. Хотя бы когда-нибудь. Суть вот в чем. Я, поскольку игру уже проходил, и, по-моему, даже несколько раз, да-да-да, припоминаю, конечно же, проходил, наверное, раза три, как минимум, и почти всегда за эту самую.
Так вот, убивал я и, собственно, этого Баластера, и Владыку тоже. И вы знаете что? Здесь много всяких странных тварей в этой игре. То есть, есть там вантиры, которые непонятная какая-то жижа. Есть синтилла, которых вы еще не видели. Но вы видите, что я бегаю за нечто похожее на синтилла. Хотя не совсем, сразу скажу, не совсем. Все-таки это довольно самодостаточная, уникальная личность. Так вот. И вы знаете, и до Владыки я тоже дошел. И Владыку я тоже убивал. И Владыка, по-моему, был единственным моим врагом за всю игру, у которого была красная кровь. Причем, когда играешь за человека, по-моему, с него тоже течет все-таки кровь, и она тоже красная. И вот от этого у меня немного шевелятся волосы на всем моем теле, потому что, вы только вдумайтесь, если это действительно корабль, который летает по всей вселенной, уничтожая просто все... Причем основной его экипаж составляют такие твари, как цимициды, вантиры и синтилла. И там еще будет рассказываться по сюжету, какие именно функции они выполняют, особенно в уничтожении планет и так далее. Так вот, дело в том, что если у всего этого самый главный владыка, которого они все боятся, это еще и человек, который причем убил всех остальных людей нахрен, то это... Это удивительно, это интересно, скажем так. Но в любом случае сейчас не совсем об этом, потому что мы можем прекраснейшим образом оказаться на свалке у Силуса и Вика. Вот это клево, не правда ли? И здесь есть наши старые добрые, как их, господи, я не помню, как они называются. В общем, эти вот слизни, покемоны, или как их там правильно, так, сделаю-ка я потише игру, сейчас, секундочку. Вот так вот. А то что-то она слишком ушарёт, я боялся, что она будет слишком громко попадать на микрофон. За что, вы скажете, ты давишь этих тварей? Они же тебе ничего не сделали, а эта проклятая шипастая штука тебя еще и отравила после того, как ты ее убил. Неужели у тебя нет своей, как бы сказать, совести или чего-то такого, и ты их просто решил всех убить, этих беззащитных, может быть, даже милых существ, напоминающих нам всем... нулей из этой, как ее, из мультфильма «Ребут». Действительно, кстати, реально офигенно знает нулей из мультфильма «Ребут». Мультсериала, вернее. Мне, кстати, он нравится. А я вам отвечу, в чем суть моего смертоубийства по отношению к этим странным тварям. Видите ли, они дают опыт. Они реально дают опыт. А опыт — это наше все, как я уже говорил сегодня. А отказываться от нашего всего негоже. Если будете отказываться от вашего всего, то все вернется и откажется от вас. И что же вы тогда будете делать? Честно говоря, не знаю. Но тем не менее, что-нибудь да будете. Окей, я потерял всякие связанные мысли, которые у меня были. Реально, иногда я начинаю городить какую-то ахинею и теряю всякий смысл разговора как такового. В любом случае, мы, похоже, нашли с вами любопытнейшую вещь, а именно книга поэм Вика. Это удивительно, здесь действительно есть поэмы. Это, во-первых, конфиденциально не читать. Это относится к тебе, Силус, написано там. В общем, да, никто не должен читать, и Силус в первую очередь. Силус мне, кстати, очень нравится. Я сейчас-то уже помню, кто он такой, но, честно говоря, я о его существовании вообще забыл, когда недавно начал переигрывать эту игру. Я увидел его, думаю, ё-моё, точно была же такая тварь, круто. Первое. Мой герб. Плавающий в мусоре герб. Скользящий в нем, будто танцующий. Молящийся герповым богам. Герпы, кстати, это как раз те самые твари, которых я давил, по всей видимости. Ё-моё, этот ублюдок любит герпов, хребаный Вик. Без названия. Лотосферин. Магический, дающий счастье. Лотосферин. Кстати, про лотосферин тоже, пожалуй, проспойлерю. Это наркотик. Он наркоман. Ублюдок. Мои любимые каналы. Канал 43. Канал 501. Канал 66.
Он псих. Это просто кошмар. Вик, твои поэмы ужасны. Я знаю, что ты все равно просил всех не читать, потому что никому не понравится. И я знаю, что ты знал об этом, и что ты писал о себя, о себя. Для себя. И из-за любви к, и любви к искусству. Но искусство в твоем исполнении ужасно. Вон, кстати, там сидит. Вы его все видели уже несколько раз на заставке. Но тем не менее, вот он. Маленький Вик все еще живет в своей мечте. Каким-то образом ему и Силусу удалось выйти из игры с достаточным количеством юаней, чтобы хватило на старость. Это характерный пример того, до чего может довести жизнь, проведенная на тяжелой и опасной работе. Если кто-нибудь на этом корабле может оценить хороший праздник, так это Вик. Ах ты, проклятый Кулибе, так и заладил про праздник. Прям вот не дается ему покоя. И вот просто, это гениально. Какая-то совершенно долбанутая на всю голову машина приходит. Ну, в каком-то смысле машина. Я думаю, что это довольно одушевленный предмет, но выглядит он как предмет, прямо скажем. Так вот, приходит, я себе представляю, к этому самому Кторвусу и говорит: «Я знаю, что вам нужно праздник!» И прикол в том, что если действительно там за человека там ищешь этих других людей, там у гладиатора вообще какая-то своя тема, то вот мой основной квест за этого персонажа заключается в том, чтобы всем устроить праздник. Я не шучу. Жесть. Да, собственно, ну вы слышите, как оно говорит. Наверное, слышите. Вик говорит следующее: «Как я рад тебя видеть!» «Что происходит, Вик?» «У меня плохое предчувствие насчет Фо. По-моему, он в беде». «Фо и сам может о себе позаботиться». «Только не на этот раз. Этот Синтилла влез в ужасные неприятности. Сейчас ему нужна твоя помощь». «Ты видишь себя как-то странно. Мы можем обсудить мое поведение позже. Просто найди Фо! Немедленно! У нас очень мало времени». «Но я уже иду». «Хорошо. Вот амбилитический код, который тебе понадобится. Поговори с Силусом. Он позволит тебе использовать его амбиликал. Он должно быть где-то здесь, неподалеку, роется в мусоре своего трейлера. Только будь осторожен. Обязательно». Ничего скажешь? Так, я думал, что ты уже отправился на поиски Фо, я уже иду. Зашибись. Фо еще и Синтилла. Я не то что совсем забыл об этом, но я как-то не отдавал себе в этом отчет. Ладно, учтем. Лейша все-таки, по-моему, все-таки человек. Все-таки. Поэтому если здесь играешь за человека, то наша раса еще там не обречена, если Лейша, конечно, жива. Вот он, Силус. Он же Силус, да? По-моему, да. Силус, он мне всегда нравился. Я вообще как-то уважаю всегда людей с таким голосом, как он. Да вообще он выглядит прикольно. Еще он очень добрый. Не знаю, я люблю Силуса. Силус классный. Ну вот он и говорит: «Как дела? Как жизнь?» Я хочу сказать: «Довольно неплохо». «Это хорошие новости!» Лейша еще не вернулась в узел Торвуса. «Эх, нет, еще не вернулась. Я уверен, что она скоро вернется домой. Каждый раз, когда я начинаю волноваться о ней, она сваливается, как снег на голову. Ненадолго. А потом опять исчезает. Мне бы хотелось, чтобы она бывала здесь почаще. Но я полагаю, что она важная и очень занятая персона». Большое спасибо, Силус. Я просто не знаю, за что он все равно. Спасибо, Силус. Силус, спасибо. Спасибо тебе, Силус, и Силус. Спасибо. «Не стесняйся, используй мой амбиликал в любое время, чтобы заглянуть сюда, если тебе захочется. Мне иногда становится так одиноко здесь. Силус, спасибо! Спасибо, я сказал! Спасибо, Силус! Спасибо! 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 Еще чуть скажешь, нет? Да, здесь столько мусора, который приходится отсортировывать. Жизнь не самая легкая штука, зашибись. Силус, в общем, возможно, даже мой любимый персонаж в этой игре. Ну, если не считать там боссов всяких, я имею в виду именно с тех, с кем можно поговорить. Силус меня действительно прет. Ну, Торвус, конечно, меня тоже прет. Но Силус меня, возможно, даже прет лучше, легче, нет, как правильно, сильнее, вот, точно.
Я на всякий случай приперся к Торвусу, просто на случай, если он мне что-то может сказать. Да, прикончили последнюю бутылку водки, да, все. Меня ждут дела, не последняя бутылка водки меня все-таки не интересует, потому что она у нас уже была, и это меня тоже не нужно. А, хотя я могу зато с другой стороны продать вот это. Забирай, собственно, поэмы Вика. Почему бы и нет? Я готов продать все, Оня. Поэмы Вика, Оня. Не знаю, самую дорогую часть тела Вика, Оня. Что-то я уже на какую-то мокруху потянула. О, вот это вот место мне нравится. Мне нравится его музыка. Ну, вот это вот, вот все-таки, возможно, зря я пошел на те несюжетные миссии, потому что они какие-то не настолько интересные. Я, конечно, набрал груду денег, каких-то апгрейдов. Но на самом деле, я так понимаю, в каком-то смысле игру мне презентуют только сейчас. Если там как-то ничего не объяснялось и кидались какие-то новые всякие вещи, то здесь, например, в каком-то смысле впервые встречаю вантиров. Как сейчас помню. Вот иду я себе, иду, никого не трогаю, думаю, что никого не трогаю. О! Труп вантира! Еще один труп вантира! Куча трупов вантиров! И нахрен вантиров всех просто размазало здесь. Это уже интересно. Ну, ладно. Продолжим гулять. Ух ты ж, Йокусака. Ух ты ж, черт побери. А ну, ой, какого хрена? Да! Вот как-то вот, конечно, такого я немножечко не ожидал. Он сохранится. А, так вот. Так. Вот кусак, конечно, мы можем нафиг и так просто разбросать. Да и этот кусак, тем более, не хочет со мной сражаться, в принципе. Ну, не хочет, как хочет. Да, свою АОЕшку он получит. Что мы там можем новенького-то взять? Я, кажется, грозился в прошлый раз, что я все вкачаю в жизни. Ну, давайте, если я, кстати, плюс один сделаю, сколько там будет? 68 уже, да? 70. А, ну вот, пускай будет 70. Как говорится, для красивого числа. И радиальная атака плюс один. Я думаю, как-то так. Фокус мне все равно нахрен не сдался. Продолжаем разговор. Ребята, кто-нибудь из вас еще жив? Да, конечно, играя за Кулибина, нужно только подходить к врагам и нажимать у себя на руке кнопку «Умрите все». Я даже не знаю. Кстати говоря, раз уж мы разговорились про этого геймера, и если он все еще будет смотреть именно это данное конкретное видео, я хотел бы спросить у тебя, дорогой мой бородатый геймер, вообще, что ты думаешь по поводу механики Кулибина? Вот не считаешь ли ты, что это слишком уж мощно и иметь такую возможность, как шандрахнуть по всем этой самой вот атакой на область? Не считаешь ли ты это слишком уж мощным? Потому что, если я не ошибаюсь, владыка, честно говоря, от этой атакой умирает, по-моему, с трех ударов. Я знаю, это бред. И, возможно, не с трех, а все-таки с 10 или с 40, но все равно, по-моему, мне всегда было проще убивать за Кулибина. С другой стороны, вот уж бред. Я помню, что эта игра у меня довольно мощно тормозила раньше на другом компьютере. А вот на этом компьютере не тормозит и... ну да, тьфу ты, что-то, извините, у меня такое бывает, что я задумываюсь и начинаю нести какую-то пургу. Нет, я хотел сказать другое, что она тормозила, и у меня не получалось, вообще, в принципе, не получалось владыку из-за тормозов поймать на атаку на радиус. Чего такое? Это определенно не очень хорошо. Вантиры опять расширяются. Я готов заключить пари, что Фо находится где-то по другую сторону этого портала. Похоже, мне придется вытаскивать его из этой заварушки. Опять же, я уже видел порталы, а мне их только сейчас показывают. Смотри-ка, это портал. Фо, наверное, на другой стороне этого портала. Что это портал? Ё-моё, загрузка! Почему загрузка? Я вышел из портала. Это другое место. Почему другое место? Наверное, потому что это портал. Я вам говорю. Просто
мне такое впечатление, что задание про мухобойки, я вообще не понимаю, откуда они взялись, эти дурацкие задания про мухобойки. Кстати, что тут такого интересного? А, ничего. Я думал, что мы взяли что-то супер любопытненькое, но, по всей видимости, нет. А, черт, здесь опять у вантиров есть эти ходоки. Ну вот ходоки достали, конечно. Да и само это место тоже, насколько я помню, довольно крупное все-таки. Мне, конечно, больше всего интересно, что будет, когда я его, наоборот, уже пройду. Да, и здесь сразу, причем с этих самых, начинается. Ё-моё, отстаньте от меня, несчастные вы тварюшки! Не интересует? Не? Да, странно. Честно вам скажу, по-моему, когда этот самый, когда он не дает свой квест на мухобойке, по-моему, в таком случае Торвус все-таки дает какой-то другой свой квест, потому что я понимаю, вернее, не понимаю, я помню, там что-то было. Оно, по-моему, было действительно менее прибыльное, чем у Оны, и менее сложное, и что-то такое более вступительное, что-то там, помню, вантиры мимо такие пробегают, так, и, а Торвус потом говорит: «Только не говори, что они тебя заметили!» А я говорю: «Да я их и так всех убил», а Торвус говорит: «Что? Какого черта?» Странно, а вот сейчас вот этого не было. Возможно, это опять же из-за того, что тут присутствует определенный выбор в том, что именно мы делаем дальше. А, кстати, прикольно, я вот не знал, вот эту область, в которую мы сейчас ходили, какая-то совсем дополнительная или нет, я его не так давно ее узнал вообще, о ее присутствии здесь, этой области. Во всей видимости, это целиком такая дополнительная область, это мне нравится, потому что всяческие плюшки собирать я люблю. Кстати, опять надо сохраниться, я помню это место. Вот так вот. Продолжаем. Ладно, ладно, вру. Может быть, я помню не именно это место, но, по крайней мере, явно какое-то место, которое близко. Честно говоря, сейчас я уже чувствую себя более-менее в своей тарелке. И вы знаете, что я еще хотел сказать? Вот я вот в очередной раз вот думал, продолжить ли записывать именно эту игру, или может уже перейти на Fallout, или просто вообще что-нибудь другое сделать. Кстати говоря, пока что еще не пришли комментарии, которые сказали бы вообще, что вы думаете именно об этой данной конкретной игре. Но, возможно, они уже пришли к моменту выкладывания этого видео, потому что это я говорю именно про момент записи, а вернее даже перед ним. Вот было бы смешно. Записал я такое видео, и тут вдруг пришло комментариев 40 по поводу того, что именно вы думаете по поводу этой игры. Было бы довольно бредово. И ё-моё, нахрена мне понавпадало столько моего здоровья? Ну, скоро выкидывать придется. Если уже не пришлось в каком-то смысле. Да уж, это же неспроста. Совсем неспроста. Вот, вроде бы кое-как с трудом разложил. Мне просто очень интересно посмотреть, что это за перчатка. Так, урон до 10, скорость зарядки, ля-ля-ля. Здесь тоже урон. А, это, видимо, это точно такая же перчатка, как и моя. Ну, тогда ничего особенного. Тогда, пожалуй, повременим с этим лутом и возьмем что-нибудь другое в следующий раз. Но не сейчас и не сейчас. Это не стихи, это какая-то бредятина. Опять же, не знаю, какой длины делать видео, потому что... Опа-на! Вот, черт побери, вот этот момент точно надо показать. 1, 2, 3. Да, здесь много вантиров. Эти ублюдки заметили меня! Я сохраняюсь нафиг. Постараюсь его убить. Опа, получилось! Отлично! Вот это на самом деле одно из самых главных моих достижений, каких я только мог добиться. Потому что тут все-таки в каком-то смысле рандом. Уж или я нанесу, или пройдет мой урон, или не пройдет мой урон. Это уже, к сожалению, как повезет. Еще ничего у тебя валяется? Не, одни деньги. Так, здравствуйте, дети! Я Санта-Клаус. Ну, я принес вам это, как это называется? Смерть от плазмы. Отлично, слушайте, как хорошо, красиво идем. Давненько у меня настолько красивого боя не было, чтобы получилось не умереть и еще и всех убить. Это, знаете, дорогого стоит.
Черт повери. Что у нас в смысле карты? Да нет, похоже, что ничего такого особенного мимо глаза моего не заскользило. Вот эти вот меня немножечко раздражают, то, что здесь присутствует такое количество мехов, а у меня нифига нету никаких ампишек. Это крайне неприятно. Ну просто еще переключаться между ними будет тоже крайне неприятно. Ох ты ж, черт побери. Ай, так-так, ходи как будто с картой. А то вообще не знаю, куда идти. Где могла бы быть ячейка-то? Я, главное, помню эту развилку. Ой, ну я, как всегда, не помню, куда идти. По-моему, там идея была в том, что по сюжету мне надо сюда. Там, правда, также есть еще одна развилка. Разумеется, я ее возьму. И также здесь же, если сюда идти, там точно все. Там есть тайник, я вспомнил. Наверное, знаете, сделаем вот каким образом. Я пока буду всех убивать, всех убью, потом вне записи весь лут соберу, отнесу его в тайник, ну, чтобы не тратить на это кучу времени. Черт, я так заговорился, что не видел, что она не бьет. Она же может только пару раз ударить своей мегатварью. А больше и не может. Ну, где ты, давай? Подходи, кто посмелей! Наверное. Или не подходи, потому что я тебя боюсь. О, смелый человек, а вернее, вампир. Господи, не надо умирать. Так, да давайте, кстати, по приколу умрем еще. Попробуем. Хотя нет. Сделаем иначе. Я сохранюсь в пустой слот. Вот так вот. Теперь умрем, сделаем квиксейв. Давай, убивай меня. Отлично. Сделаем квиксейв, подождем, пока он отойдет. Он отошел. Квиксейв не работает. Загрузку пытаюсь сделать. Похоже, я в том же месте. Или нет? Я не знаю. Ха. Странно. Погодите-ка. А если я загружу отсюда... Я не знаю, наверное, нет. Чушь какая-то. Действительно запутался, действительно не знаю, что здесь и как. Ну да не суть уж, разберемся уж как-нибудь уж. Где наша, хотел сказать, персидская не пропадала. Наша персидская что, кошка, что ли? Все-то хотят кота, кстати. Я помню, на работе мне сегодня многие говорили, вот завести б кота... И он будет мне, и дальше идут всякие варианты по поводу того, что будет этим людям делать кот. Ну, конечно, пирожки-то он никому из них делать вроде как не собирался. Но дело просто в том, что один парень, помню, насмотрелся эти гифок с котами. И там же есть эта гифка, где кот как бы бьет по ладони. Я не знаю, как это назвать по-человечески. Но наверняка знающие люди знают, а не знающие. Я сам не знаю, как вам это сказать. Да, я не понимаю, про чего тут все решают, что коты будут повторять за другими котами. Слушай, все, я заговариваюсь. У меня уже коты пошли. О, черт. Это, кстати, неприятно. Здравствуйте, дети. Я с вами. Общаюсь. Все, готово, всех побили. Я, в общем, что думаю, действительно, надо заканчивать, блин. Ну, ладно, я, пожалуй, дойду, скажем, до тайника, может быть. Хотя до тайника тоже как-то долго. Да ну нафиг, уже было весело, он уже, видите, я уже уровень получил, еще один. Поэтому, ну нафиг. Кстати, помню, как-то раз я же играл эту всю фигню, и я помню, что я прям экономил эти свои статы, которые у меня появлялись, что я их прям не брал некоторое время, копил. И, правда, вот проблема в том, что я не помню, помогло мне это или нет. А, ё-моё, сколько же вампиров сейчас выйдет? Ну, надеюсь, что не слишком много.
Так или иначе, я же чисто теоретически, наверное, с вами справлюсь. Ну, с тремя-то справился, только, кажется, судя по звукам, их там было больше. Опять же, сейв. И пойдем самыми храбрыми путями. Ну, это да, это, ну, наоборот, самый трусливый путь. Засохранять игру до полного собственного выигрыша. О, yes. Я дошел до этой штуки. Ай, ё-моё! Как бы меня на ней же не пришибло. Ё-моё! Да, это, слушай, это... Я даже затаил дыхание, извините меня за молчание. Извините меня за молчание, но я всего лишь затаил дыхание. Нет, 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 нет. Ну, извините, опять же, я чисто теоретически, может быть, и мог бы. Ах ты ж, ё-моё, отключена консоль. Но я помню, кажется, через этот портал можно сюда вернуться и уже потом выходишь через эту дверь. Так что все здесь имеет смысл. Может быть, не слишком большой, но, по крайней мере, бессмыслицей мы не страдаем. Все, ничего не знаю. Это видео меньше остальных, но я чувствую, что у меня уже шарики за ролики заезжают. Поэтому давайте на этом остановимся. С вами был Фримистер. Без вас я постараюсь скинуть сюда все, вот сюда вот все. Я знаю, что впереди нас ждет еще больше лута. Но мужайтесь. Лут — штука важная. Bye.